идти прямо сейчас. Сейчас хищение на криминалистике. За дело берутся знатоки 411 взвода. Вы видите, в отношении гражданки Бурда совершено противоправное деяние. Да, дорогая, что ты там говоришь? Да, дорогая. Сумка! Георг, сумка, верни сумку! Неизвестный с применением предмета, используемого как оружие, открыто похитил сумку. Неужели это след преступника? Это полиция! У меня сумку украли, дорогую, Dior! Дежурный по Южному Тушину, слушаю вас. Дорогую, да. Гражданка, будьте добры, не кричите, поспокойнее. Угу. Улица Фабрициуса, дом 26. Угу. Хорошо, направляю к вам средства на оперативную группу. Да, жду, хорошо. Дежурным направлена следственная оперативная группа в составе следователя, оперуполномоченного и эксперта-криминалиста. Товарищ оперуполномоченный, вы сейчас проводите по квартирным опросам, проверяйтесь. Товарищ Кунпипри, у вас сейчас будет произведен осмотр места происшествия. Ваши права и обязанности были доведены вам ранее. Осмотр места происшествия является одним из основных следственных действий, так как от качества его проведения зависит ход расследования уголовного дела. Уполномоченный проводит поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев. Здравствуйте. Здравствуйте, уголовный розыск. Предъявите ваши документы. Да, конечно. Что случилось? Сегодня на лестничной клетке примерно в 2 часа дня была похищена сумочка у девушки. Видели ли вы что-нибудь? Да, знаете, я сегодня спускался и смотрю, то, что у мужчины в руках женская сумочка. Может, это он и совершил? Опознать сможете? Да, конечно, смогу. Вы ждали? А вот и развязка. Станет работать уголовный розыск. Что вы делаете? Знаете ли вы, кто преступник? А я уже знаю. Товарищи Квинты, при вас сейчас будет произведено следственное действие предъявления для опознания. Ваши права и обязанности были разъяснены вам ранее. Вы кого-то познаете из присутствующих? Да, познаю. По каким признакам? По телосложению, чертам лица и цветам глаз. Хорошо. Спустя 2 года он вышел на свободу и снова принялся за старое. Впрочем, это уже совсем другая история.